Здорово. Сегодня 11 июля, мой день рождения. Блядь, ну попался, сука, попался, блядь, в корейскую тюрьму. Ударил машину на стоянке корейцу, и он меня запихнул в тюрьму на 24 часа до выяснения. Но тут неплохие условия. Вот. Водичку дают. Можно iPad'ом пользоваться. В конце концов, можно заказать за $5. Так что, друзья, ну, нас не, наша еврейская нигде не пропадала. Спасибо за поздравление. Так держать. Все будет хорошо.